Александр Милн. Перевод Самуила Маршака. Баллада о королевском бутерброде. Король, его величество, просил ее величество, чтобы ее величество спросило у молочницы, нельзя ли доставить масло на завтрак королю. Придворная молочница сказала: разумеется, схожу, скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу: велели их величество известное количество отборнейшего масла доставить к их столу. Ленивая корова ответила спросонья: скажите их величествам, что нынче очень многие, двуногие, безрогие, предпочитают мармелад, а также пастилу. Придворная молочница сказала: вы подумайте. И тут же королеве представила доклад: 100 раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король, его величество, наверное, будет рад. Тотчас же королева пошла к его величеству и, будто между прочим, сказала не впопад: ах, да, мой друг, по поводу обещанного масла. Хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Король ответил: глупости. Король сказал: о, боже мой. Король вздохнул: о, господи, и снова лег в кровать. Еще никто, сказал он, никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масло на завтрак мне подать. На это королева сказала: ну, конечно. И тут же приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала: ну, конечно. И тут же побежала в коровий хлев опять. Придворная корова сказала: в чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молочница сказала: благодарствуйте. И масло на подносе послала к королю. Король воскликнул: масло, отличнейшее масло, прекраснейшее масло, я так его люблю. Никто, никто, сказал он, и вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд. Итак, очередной выпуск завершен. Хочу я к дню рождения набрать 1000 подписчиков. Заходите на мой канал, оставляйте лайки и комментарии, подписывайтесь, будьте здоровы и всего вам доброго.